Сотрудники противопожарной службы МЧС Почувашия проверяют состояние наружного противопожарного водоснабжения по всей республике. Много неисправных источников в Валиковском, Чебоксарском, Порецком районах, а также в Алатыре и Ядрине. Впрочем, к содержанию столичных гидрантов у инспекторов тоже много вопросов. На сегодня в республике больше 11 тысяч источников противопожарного водоснабжения. Это пожарные гидранты и водоемы, пожарные пирсы, водонапорные башни. Пожарных установок в столице насчитывается более 3000. Все они закреплены за организациями, на территории которых они расположены. Образовательные лечебные учреждения, места торговли, а если это жилые дома, то тут о безопасности должна думать управляющая компания или ТСЖ. Именно они несут ответственность за исправность и работоспособность своих гидрантов. Вблизи 23-й школы находятся два гидранта – рабочие, но труднодоступные. В случае чрезвычайной ситуации, прежде чем тушить пожар, спасателям придется сначала очистить снег и убрать ледяные глыбы. К сожалению, на сегодняшний день у нас по Чебоксарам очень мало очищено пожарных гидрантов. Стоит отметить, что в зданиях с массовым прибытием людей, тем более будет затруднено тушение пожаров при недостатке воды. Так как видим, заезд на территорию школы загроможден, нет возможности заезда пожарного автомобиля, пожарный гидрант не очищается, указатели пожарных гидрантов не соответствуют требованию, а тумба вообще отсутствует, утеплительная тумба, которая требуется в зимний период. Такие нарушения у нас, к сожалению, встречаются по городу нередко. Цель проверки пожарной инспекции в зимний период направлен в первую очередь на своевременную очистку прилегающих территорий возле гидрантов. К сожалению, частое нарушение – отсутствие указателей месторасположения пожарного гидранта или водоема. Это отнимает много времени у пожарного расчета. А ведь от быстрой и слаженной работы пожарных зачастую зависят человеческие жизни и сохранность имущества. Претензий к собственникам противопожарных установок у пожарных много. Ответственным за них выпишут предписание устранить неполадки в кратчайшие сроки. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.